Президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков назначен председателем координационной комиссии МОК по проведению зимних игр 2022 в Пекине. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, координационная комиссия под началом Александра Жукова будет оказывать поддержку оргкомитету с целью реализации плана подготовки к играм. Акцент предполагается сделать на защите окружающей среды в соответствии с повесткой 2020. В июле прошлого года во время 128-й сессии организации в Куала-Лумпуре Пекин на 4 голоса обошел Алма-Ату, которая была его единственным соперником, и был назван столицей зимних олимпийских и паралимпийских игр 2022 года.